Еще в начале 2016-го на этом месте стояло здание сельской администрации. Сейчас о нем напоминают лишь остатки фундамента. Чуть дальше располагались два аварийных двухэтажных барака. Все это власти приняли решение снести. В итоге освободилась территория в 65 соток. Две из них займет детская площадка с качелями и горками, еще одну – тренажеры. На 1500 квадратных метров протянутся пешеходные дорожки. Их, кстати, решено закатать в асфальт для удобства детей на роликах и самокатах. Покрытие, как и сотню кубов песка, гравия и бордюрного камня первому в селе парку подарят спонсоры. Эта же программа называется «Инициативное бюджетирование». А инициативное бюджетирование – это подразумевает вклад населения. В принципе, жители активно откликнулись, у нас проходили собрания. И мы предлагали сумму, как во многих некоторых муниципалитетах, 100 рублей. Наши жители проголосовали, говорят, за что так 100 рублей, давайте по 300. В итоге жители собрали 35 тысяч рублей. Миллион выделил бюджет областной, еще два местный. Всего же стройка обойдется селу в 11 миллионов. И это при том, что первоначальный проект урезали вдвое. Временно отказались от устройства сцены, площадки для скейтбординга и искусственного озера. Молодой маме, живущей в двух шагах от будущей зоны отдыха, сумма казалась нереальной. Мы просто как бы думали, что это все затихнет, и все, как всегда, у нас начинается и заканчивается. Потом, вот говорю, буквально за две недели вот уже дорожки отсыпали. Ну, как бы ждем, чтобы с детьми погулять. Гулять в новом парке безопасно будет даже ночью. По периметру поставят 56 фонарей. Для пенсионеров установят лавочки. Для защиты от солнца высадят 7 десятков деревьев. Завершить все работы должны в начале осени. Сложность в том, что условия стесненные, как бы тут, ну, подъезде нету, тут как бы особо, что техника работает. Поэтому основной час, как бы, который можно было, который техника мог сделать, приходится ручную делать. Благоустройство парка, впрочем, на этом не закончится. Следующим летом власти намерены устраивать конкурсы на лучшие цветники и арт-объекты. Желающих внести свою лепту раньше ждут в сельсовете. Номер на экране. Мария Селезнева, Сергей Захарушкин. Программа «Город».